И снова здравствуйте, всем привет. Итак, получился вот такой вот эко. Вот так он выглядит. Вот такой у него прическа. Это значит английская аш. Вот такой у него внешний вид. Глаза, конечно, я просто нарисовал. По-простому. Можно поставить более сюда реалистичные глаза. Но не суть вопроса. Так, зубы у него присутствуют. Вон они внутри. Две пары. Еще нужно язык добавить. Ну и вот сделал я вот такую вот тряпку ему. Получается, состоит персонаж. Это вот глаза. Это у нас, значит, где тут зубы. Это у нас зубы. И Alt-H. Это у нас волос. Вот такой вот. И вот это вот как бы веревки, цилиндры. Ну, можно, конечно, пореалистичнее, но вот с волосом нужно прорабатывать. Если, конечно, его делать более качественно, то получается нужно или ручную, или топологию делать, или, ну, ZRMesh очень трудно все это дело просчитывает. Это надо все, хотя все склеено, вроде бы сетка однообразная, но я ее уменьшил. Каким образом я все это дело сделал? Я это все склеил, значит, DynaMesh, потом закинул, сделал поменьше полигонаж и закинул сюда и сделал модификатор ему Decimate. Вот. В принципе, для волоса тут по барабану, какая у него сетка. Тут главное, что сетка нормальная именно у персонажа. Вот. Персонаж 5000 полигонов. Вот. Это ZRMesh. Вот такая у него штукенция. Так. Вот это 750 полигонов всего лишь ткань. А модель здесь получается в основном вот зубы высокополигональные. У зубов можно вот эту часть еще внутреннюю удалить, оставить только кант зубов. Внутренняя часть им, в принципе, не нужна. И уже будет попроще это дело. Вот, вот эту чистую полосу выбрать, оставить ее. И уже будет намного меньше полигонаж. Так, ну вот такая раскидка, значит, персонажа. И что хотелось бы? Хочу вот сейчас ему сделать, значит, риг, ну, под лицевую анимацию, чтобы там можно было что-то, ну, заставить его словом говорить, да? Давайте сделаем все это дело. Значит, эко, don't save. Переключусь вот в такой внешний вид. Так, выберем маткап и выберем рандом, допустим. Вот так будет приятнее делать. Рик, единица на нампаде. Камера можно отключить и свет можно отключить. Теперь Shift-A, сочетание клавиш. Так, N-панель. Так, а здесь скринкаст нету. Эта версия уже более такая поздняя. Так. Давайте-то без нажатия Shift-A, арматура Single Bone. Заходим в Viewport Display, In Front, чтобы она спереди была. Так, теперь выбираем косточку и заходим в Edit Mode. Английская A, выбираем кость с помощью Mob. Ровненько все это дело опускаем еще ниже. И от нее, так, тройка на нампаде. Английская А, подводим, значит, к персонажу поближе. И начинаем делать шею. Тройка на нампаде. Можем вытянуть одну вот так вот кость. Так, ну тут получается, что нужно сделать ее повыше, потому что, ну, до горла. Так. Ну тут можно будет еще позвонков побольше добавить. Так, вытягиваем косточку головы.
Вытягиваем Е, английская, косточку нижней челюсти, Alt P, сочетание клавиш Clear Parent, это все по прошлым роликам. R, английская, делаем S и ставим косточку именно на то место, где вот это вот все дело будет сгибаться. Ну, поточнее, так сказать, вот. Вот эта часть, она будет подниматься. Делаем Shift A, сочетание, ох ты, Ctrl Z. Так, делаем Shift D, дублирование, R. Так, тут вопрос, в чем будет состоять. Если нос будем заставлять двигаться, Ctrl Z, если нос будем заставлять двигаться, то лучше ее, давайте вот под нос уведем, ну а это пусть поближе к уху будет, чтобы отсекало или даже пониже, вот так возьмем, давайте по челюсти, по скуле, скула-то не двигается. Так, следом что делаем, единицы на нампаде, тройка на нампаде, вытаскиваем Е. Английская, Alt P, Clear Parent, вытягиваем одну кость, выше поставим, так, здесь еще глаза будут, так что давайте ее подальше уведем. И теперь можно сдублировать вот эту косточку, но я вытяну еще одну, не поленюсь. Для чего это нужно? Чтобы потом они мозг не парили и не скреплялись вместе, потому что, ну, как это, типа одно целое будет. Так, нижнюю вяжем к нижней челюсти, скулу, зубы, точнее, нижние зубы вяжем к нижней челюсти, Ctrl-P, Keep Offset. И верхние зубы вяжем к верхней косточке, Ctrl-P, Keep Offset. Следом выбираем две вот эти кости, чтобы, ну как, они двигались вместе с головой, вяжем их к голове, Ctrl-P, Keep Offset. Так, есть такое дело. Теперь вытянем Е, английская. Это будут глаза. Alt P, Clear Parent. Я уже одного персонажа делал вот таким образом, но там чуть-чуть по примитиву было так. Уменьшаем семеркой на нампаде и ставим в бок. Теперь делаем Shift D. Так, отводим в этот бок. Подальше. Где-то так, а эту, наверное, чуть-чуть поближе. Можно их дублировать, ну, в смысле, потом одну сторону отзеркалить, но не суть вопроса. Shift D, дублируем, семерка на нампаде и уводим ее на середину вот эту кость. Это будет управляющая. Мы ее перекручиваем R, английская. И давайте ее побольше чуть сделаем. S. И можно ее повыше поставить или оставить так, без разницы. Теперь эту косточку вяжем к голове. Ctrl-P и Offset. Так, тройка на нампаде. И вот эти косточки две. Shift D. Дублируем и уводим вот сюда, к глазам. Ну, где-то вот сюда, чтобы потом они не связались весами. Давайте чуть подальше это все дело отведем. Выберем. И чуть-чуть подальше. Так, эту кость и вот эту. Вот эти две косточки вяжем на центральную, на управляющую, Ctrl-P и Offset. Тройка на нампаде. Так, эти косточки вяжем, вот эти две кости вяжем в голове, Ctrl-P и Offset, чтобы они тоже не отлетали при анимации. Так, есть такое дело. Теперь тройка на нампаде и вот это дело пока английская H скроем, чтобы она нам не мешала. Тройка на нампаде, Е, вытаскиваем еще одну косточку,
И сделаю в этот раз по-простому губы Ctrl-P и Offset. Так. Значит, буду я их делать по примитиву. Это значит перекрутка. G выводим вперед. И поднимаем на наши вот эти губы. Так, еще я, наверное, вот эти кости выберу. Так, вот эти. И тоже скроем. Английская H. Дюжить мешает. Так, смотрим, чтобы эта кость была по губе. И зашла именно нормально четко в губу. Чтобы можно было ей нормально управлять. Вот централку отбиваем. Вот эту часть. Теперь семерка на нампаде, делаем Shift D, уводим еще сюда. Так, тройка на нампаде. Под углом ставим модель R. И чуть-чуть, значит, G уменьшаем. Здесь я, наверное, добавлю еще одну кость. Каким образом? Я вот эту кость правой кнопкой мыши нажму и поделю на две. Так, и откреплю Alt-P, Clear Parent. Так. Alt-P, Clear Parent. Верхнюю так, отсоединяем. Для того, чтобы у нас вот эти косточки были отдельно. Так, эту часть поближе к центральной. Ну и все, в принципе. Вот этим можно будет управлять нормально. Так. Ну а с нижней поступим так. Shift D. Опустим вниз. Выберем низ кости. Подкорректируем. Подправим по центру. Чтобы потом здесь у нас никакая не оставалась вот эта вот часть. Так, смотрим. Да, все на губе. Со всех ракурсов. Все, она в меше. И теперь Shift D. Делаем ее, значит, вот сюда. Вставляем и стыкуем ее вот с этой косточкой. Так, эту тогда еще глубже заводим. Ну, вот такая простая штукенция, но тут еще в чем вопрос. Когда мы будем двигать губами, нам понадобится еще отбить Shift D, верхнюю вот эту часть от носа. Вот, вот эту часть. Нам нужно отбивать. Так, это значит G. Здесь можно одну побольше сделать. Так, это вот здесь она идет посередине губы. Это отбивает нос. Для чего? Чтобы потом нос у нас не ерзал. Значит, эту часть оставляем поменьше под носом, а эту чуть косточку делаем побольше. Ну и можно еще вытянуть Е вот в эту сторону кость и Alt-P. Так, она соединена, да? Ну, нормально. Так, что еще? Когда будет двигаться губа, вот это, у нас не должна двигаться нижняя челюсть. Поэтому я еще добавлю на нижнюю челюсть косточку. Вот так. Даже две. Почему? Shift D, чтобы вот эта нижняя часть могла именно как, ну, приподниматься. Вот когда вы подбородком губой двигаете, у вас вот этот подбородок немножко ерзает. Ну, это вот есть такое дело. Так, теперь что делаем? Все по-простому делаем. Выставляем косточку, значит, на глаз,
навеки. Я буду теперь выставлять их именно вот в таком положении. Так, это значит G. Ну, вот, вот так. То я их ставил, значит, вдоль, ну, вот в эту сторону. Теперь буду в длине ставить. Так, теперь какая штука, значит, от этой косточки Е вытягиваем в эту сторону, Е вытягиваем в эту и маленькую подставляем под край. Так, G. Вот таким вот образом. Так, и сверху смотрим. Так. Выставляем, чтобы все было зашибись. Так. И вот сюда. Ну и эту же самую систему давайте Shift-D. Подставим к этой части, так, G на верхнее веко. И от нее, так, она в мыши, ну, вроде бы в мыши, так, E, E, E. Оставляем здесь зазор, вот именно здесь зазор. Почему? Здесь сейчас еще одна косточка станет, которая будет не давать потом, значит, что делать, не давать двигаться глазу именно по бокам. Века будет закрываться, все, а это не будет давать ей, значит, ломаться. Так, это, значит, чуть повыше, это чуть повыше. Эту косточку отсоединяем. Даже можно не отсоединять, пусть они будут скреплены. Да, пусть будут скреплены. Так, теперь выбираем верх кости и просто вытянем Е кость. Alt P, Clear Parent, G, подставим одну косточку вот сюда на стык. Вот сюда. Так, тройка на нампаде, делаем ей S. Пусть она будет побольше, чтобы ее видеть потом. Так, единица на нампаде, проверяем. Да, вот здесь она и будет стоять. И такую же еще косточку, Shift-D, ставим в переносицу, чтобы нос не дергал. Когда будет закрываться у нас, значит, глаза. Так, прям вот к носу, прям поближе, к стыку. Вот так. Теперь у нас будет другая проблема. Когда будем закрывать, значит, глаза, будет натягиваться вот эта часть. Я хочу ее тоже сделать более такой живой. Shift-D. Подставляю вот сюда косточку. G. Сюда. И прогоняю еще по верхней вот этой части. Значит, костями. Так, а это куда она? G. Так, вот главное, чтобы все это было в меше. Так, и сюда тоже добавляем Shift-D. Еще одну кость к носу. Вот сюда. Это все будет держать форму лица. Конечные. Так, надо еще на нос добавить. И вот сюда пару костей. Ну, пару костей Shift-D от переносицы. Не проблема. Сдублируем. Подставим. Ну, опять же, чтобы это все было погружено в меш. Так,
Даже, наверное, сделаем вот так вот. Отведем ее вот сюда, перекрутим. Вот отсюда поведем. Да, вот от этой части, потому что здесь мягкая часть по носу идет. Вот мы ее сюда и подсобачим. И пониже. Вот сюда. G подставляем. Е. Е. Так. Чуть-чуть уведем и сделаем ей вот такой изгиб. Так, единица на нампаде. Погнали дальше. Так, это установлено. Теперь, чтобы у нас уши не шевелились, нам нужно вытащить косточку на ухо. Это делаем от любой кости. Вытягиваем косточку. Alt-P. Clear Parent. И теперь G. Заведем вот эту кость. Вот так вот в черепушку. Единица на нампаде R немножко перекрутим. И можно побольше так косточек добавить. Вот так две кости, допустим. Чтобы можно было потом шевелить ушами. Ну, чуть-чуть их хотя бы приподнимать. Так, ну вроде попал. Ну и завершающая стадия. Это нос. Вытянем, давайте, одну косточку на нос. Отсоединим Alt-E. Clear Parent. R английская. Продублируем ее, значит. Для фиксации поставим ее по центру. Вот сюда. Тройка на нампаде. Делаем G. И делаем английскую E. Вот этой мягкой частью будем управлять. Мы ее отсоединяем Alt-E. Clear Parent. Это будет, значит, в принципе, нос тоже будет скукоживаться. Можно поделить вот эту косточку на две. А тут даже и... Ого! Ctrl-Z. А тут даже и на три кости. Так, вот отсоединять ее или нет? Вот вопрос. Так, будет у нас скукоживаться центральная, да? Значит, одну косточку делаем поменьше. G. Эту отсоединяем Alt-P. Clear Parent. И вот эту делаем G. Чуть поменьше. Alt-P. Это отсоединено. А ну-ка, G. Ctrl-Z. Отсоединяем и вот эту Alt-P. Clear Parent. Все, теперь вот эту можно будет делать, значит, S. Скайл, и она будет по осям, значит, как бы сжиматься, и будет, возможно, будет прикольно. Так, теперь на ноздри. На ноздри тоже нужно добавить CFD по одной косточке. Это значит G. Ну вот как-то так-то. Вот таким вот образом. Так. Тройка на нампаде, единица на нампаде и продублируем Shift-D, чтобы можно было управлять бровями вот этими.
А где она тут? Тут под уклоном идет, значит, то можно ее покрутить, повертеть и вот так вот прогнать. Так, здесь у нас будет, когда висок будет двигаться, будет двигаться и здесь вот эта штука. Ну, бровь будет двигаться и висок будет двигаться. Значит, давайте вытянем так на пол башки. Alt P, Clear Parent, косточку тоже. Так, ну мы ее выведем к виску. Вот. Чтобы тут ни ухо не тянуло, ни какая там штукенция другая. Так, ну и здесь тоже не хватает у нас что. Ух ты, а здесь вот уже я так понадеялся, что прям ровно прогнал, что ничего и не прогнал. Так. Object mode, так, as закрываем и as закрываем. Так. Заходим в Edit Mode. И вот эти, так, вот эту косточку Shift D продублируем. Одну поставим S на черепушку. Ну, опять же, для чего это делается? Ctrl-Z. Это делается для того, чтобы черепушка, значит, держала веса и не кукожилась. Ну, вот здесь вот чуть-чуть пониже растяжение будет. Вот, а здесь уже пошел у нас череп. Угу. Все нормально. Так, это не та. Вот. Ну, в принципе, все. Больше костей нам не понадобится. Единственное, что можно вот сюда еще одну. Но она, в принципе, не нужна. Ну, если только чтобы желваками играл, так напрягал, да? Ну, давайте поставим еще одну косточку. Это Alt P. Так. Все отсоединено, оказывается, уже. И вот здесь на желвак поставим небольшую вот такую кость. Так. Ну, если вы захотите, чтобы он щеку надувал, ну, давайте еще тогда CLD поставим вот сюда, значит, кость S. И поставим именно где вот должна будет надуваться вот эта щека. Не больше, не меньше, а вот именно в эту часть. Вот таким вот образом. Все, вот эта часть будет надуваться у нас. Так. Ну вот, в принципе, и все, что понадобится. Если что, уже в процессе будет, ну как, поправляться, корректироваться. Alt H. Возвращаем видимость всех наших вот этих костей. Так. И нужно их теперь все попровязать. Так, вот эти все, так это, вяжем одну кость на брови, Ctrl-P и Offset. Следом вяжем вот эту косточку носа в голове, Ctrl-P и Offset. Так, на брови, пардоньте, на брови нужно еще добавить две кости. Я вот эту выберу косточку. Единица на нампаде, Shift-D, продублируем
Настройка на Numpad. Ctrl-I. H английское открываем. И нужно вот эти косточки выставить именно по векам. Так. Единица на Numpad. Желательно, чтобы она была более-менее по центру. Угу. И делаем Shift-D. Еще одну косточку. Перекручиваем ее. G. Подгоняем к этой кости. Это будет верхняя века закрываться. Так, Alt-H. Значит, все это дело возвращаем. И два вот этих, две эти косточки. Вот эту косточку, потом ушную косточку, потом челюстную косточку, потом вот эту косточку. Так, пардонте, эту мы привяжем уже к нижней челюсти. Это все вяжем в голове. Ctrl-P и Offset. Так, что нам нужно сделать теперь? Нам нужно вот к этим глазным костям привязать вот эти кости. Ctrl-P, Keep Offset. И вот эти две косточки к верхнему веку. Ctrl-P, Keep Offset. Но у нас есть косточки-ограничители вот этого движения. Вот они еще три штуки. Так. И вот это, по-моему. Вяжем их через Shift левой кнопкой мыши в голове. Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь разберемся по вот этим костям. Так, вот эти кости все можно выбрать. Вот эти. Так, это значит вяжем к верхней челюсти. Ctrl-P, Keep Offset. Потом, что это у нас получается? Это у нас щека. Вяжем к нижней. Ctrl-P, Keep Offset. Так, подбородки вяжем к нижней. Так. Ctrl-P и Offset. Теперь нижние вот эти, значит, губы вяжем к нижней челюсти. Ctrl-P и Offset. Так, а вот здесь вот будет у нас потом казус. Когда мы будем закрывать, значит, челюсть, нам постоянно будет приходить нужно вот эту косточку корректировать, вот эту кость. Почему? Потому что если я сейчас ее привяжу к нижней челюсти, она будет давить кверху. Поэтому тут нужно будет как-то ее обыграть. Возможно, даже эту косточку сделать так. Так. G чуть-чуть прям поменьше, вот таким вот образом. Чтобы ее можно было как-то корректировать, что ли. И вяжем ее тогда, все вот эти части вяжем к верхней. Ctrl-P и Offset. Ну, как-то так-то, да. Ноздри. Все вот эти ноздри. Так, это что у нас? И вот эту ноздрю. Так, эту ноздрю вяжем к этой кости. Ctrl-P и Offset. Эту ноздрю вяжем к нижней, скули, Ctrl-P и Offset. Так, ну, надеюсь, я ничего не забыл. Это уже что-то будет, если вылазить. В процессе, как сейчас, привязка пройдет. Так, вот здесь вот желательно еще один на переносицу косточку добавить. Это будет E. Вот так. Вот и пусть она стоит. Ну все, теперь самая важная задача, это вот это все дело сейчас, значит, скрыть. Это H английское. Скрыть голову, скрыть шеи. Можно скрыть теперь вот эти вот центральные. Так, можно скрыть нос, потому что он тоже центральный. Ну и в принципе, ну
принципе, все. Вот эти все части выбираем. То, что не выбралось, добираем. Обязательно нужно, чтобы все кости были на месте. Вот это я еще не выбрал, она висит тут, да? Но она нам не нужна, она центральная. Делаем Shift D, правая кнопка мыши, и делаем Mirror X Global. Так. Подгоняем к носу. Где-то вот так вот. Теперь делаем Alt H, возвращаемся на место, и вот у нас получился уже персонаж с вставленными костями. Заходим теперь в Object Mode, выбираем персонажа, выбираем кости, Ctrl-P, Width Automatic Widget. Ну вот, нормально, все привязалось, ничего не матюкается, сетка нормальная. Так, теперь по глазам. Тройка на нампаде. Вытаскиваем сюда вперед глаза. Корректируем их чуть-чуть по центру. И уводим назад. Чтобы центр глаз был именно по центру сферы. Вот таким вот образом. Тогда они будут крутиться более правильно. Так, нам нужно их разъединить. Заходим в Edit Mode. Английская L. Выбираем один предмет. И жмем P. Object Mode, семерка на нампаде. Так. Заходим теперь, выбираем кости и зайдем, наверное, в Edit Mode, чтобы уже это все дело нормально подкорректировать. Так, это вот сюда. Так, ну, эти вроде попали нормально. Все нормально, глаза установлены. Следом нам понадобятся зубы. Вытаскиваем зубы вперед. Верхние зубы на верхнюю кость. Нижние зубы на нижнюю кость. Смотрим. Все попало. Семерка на нампаде. Все по центру. Все зашибись. Так, ну все. Вяжем теперь челюсти, глаза, а потом уже настройка. Делаем, выбираем верхние зубы, косточку через Shift, Post Mode, выбираем кость, левая кнопка мыши, делаем Ctrl-P и назначаем это Bone. Заходим теперь опять же в Object Mode, выбираем нижнюю челюсть, опять же кости, Post Mode, Ctrl-P, Bone. Так, Object Mode, то же самое поступаем с глазами. Глаз, кость, Post Mode, кость, Ctrl-P, Bone. Так, теперь повторение, мать учения. Ctrl-P, Bone. Все. Заходим теперь в Object Mode, выбираем только кости, заходим в Post Mode и проверяем, точно ли у нас все привязалось. Так, привязалось. Уводим это дело в персонажа. Так, подставляем. И я сейчас все это дело сохраню. Save As. Это плюс. Чтобы ничего не пропало. Так, нижняя челюсть тоже без проблем привязалась. Состыковалась. Ну и глаза, глаза в орбиты. Так, единица на нампаде. Включим раскраску. В принципе, глаза, наверное, далековато.
Так, чуть-чуть вперед. О. Еще, наверное. Вот так вот их поставим. Так, есть такое дело. Давайте настроим сначала глаза. Значит, выбираем вот эту косточку и выбираем косточку глаза. Так, правильно, глаз, глаз. Делаем Ctrl-Shift-C и делаем Track to. Заходим в настройки кости, жмем YZ, ну и все точно так же оставляем. Теперь выбираем вот эту косточку, глаз вот эту, Ctrl-Shift-C, Track to, опять же YZ по осям. Ну и проверим все это дело. Выбираем управляющую центральную кость. Отключаем видимость костей и чуть-чуть ее подвинем. О, все, глаза двигаются, все зашибись. Так. Следом что у нас выходит? Проверяем, как закрывается у нас рот. R. О, да вообще бомба закрывается. Даже вот эта косточка не мешается, но ее потом можно будет подправлять. Нормально. Ctrl-Z. Единица на нампаде. Ну и проверим, как голова наклоняется. Не отстают ли у нас нигде косточки. Опа. Смотрим. Отстает кость носа. И отстает кость бровей. Ctrl-Z. Тройка на нампаде. Заходим в Edit Mode. Выбираем косточку, значит, бровей. Их две тут. Выбираем две. И вяжем в голове Ctrl-P и Pulset. Теперь вот эта косточка вяжется к этой Ctrl-P и Pulset. Ну, опять возвращаемся в Post Mode. Только на нампаде и тестируем опять же наклон головы. Так, тут еще получается еще одна кость должна носа привязаться. Вот это. Ctrl-P и Post-it. Post-mode, опять же голова, тройка на нампаде, R. Губы. Так, не привязаны губы. Находим в Edit Mode. А губы это вот эти, да? Так, они же привязаны. А, вот эти, ноздри не привязаны. Ноздри вяжем вот к этой кости. Ctrl-P и Pulset. Так, Post Mode тройка на нампаде, но опять же голова. Так, веки. Ctrl-Z. Довяжем веки. Не проблема. Так, я их все отвязывал, что ли? Ну ладно. А, это не веки уже. Это идут вот эти вот части. Так, я же, по-моему, связывал. Ctrl-P и Pulset. Так, и вот эту часть тоже она привязана. Ctrl-P привязана. Так, тестируем. Стойка на нампаде. Теперь главное понять. Who is who? Так, R. Так, это уже глаза привязаны, у нас выходит, ага, скульная часть. Ctrl-Z. Так, это вот эти я не привязал, значит, вот эту, так, вот эту. А я сейчас все подвяжу, зараз.
И опять же челюсти Ctrl P и Offset. Так, это что у нас? А вот они еще не имеют связки. Это крестный Ctrl P и Offset. Так, и вот эти. Ну эти вроде привязаны. Эти привязаны. Так. Губы привязаны. Ctrl P и Offset. Тут интересно, я связал ее, не? Заходим опять в Post Mode и тестим по новой. Значит, какая кость еще вылезет? Ctrl Z, все, все привязано. Но теперь какая штука? Будет неудобно вот этими костями управлять, да? Сейчас все это сохраним. Это значит у нас файл. Save. Будет неудобно ими управлять. Надо их изменить, вот эти все constraints. А, кстати, давайте проверим, как работает у нас века. R. Так, ага. Вот у века у нас не привязана одна кость. Вот эта. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Заходим в Edit Mode и завязываем ее. Так, это получается. Так, вот это, вот это. Чтобы уже не теряться, я их все сейчас попривяжу. И пусть они движутся. А, не, пардоньте, вот эти. Вот это, так, это она вот эта одна не привязана. И вот это. Ctrl-P и Offset. Ну и здесь то же самое, да? Только я выберу все три вот эти кости и привяжу к верхней. Ctrl-P и Offset. Заходим и по новой тестим. Да, вот такой вот нудный процесс. Так, Ctrl-Z, не сбиваем голову, чтобы потом ничего назад не восстанавливать. Так, отключаем видимость всего. Так, я не пойму, почему такая штука. Это опускается. Ага, все понятно. Это получается у нас просто века. Нужно корректировать их, да? Да. Ну, чтобы лучше было потом с веками разбираться, лучше назначить им внешний вид, чтобы вот так вот потом не париться. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все тут, короче, работает. Все нормально. Так. Заходим в Object Mode. Alt-H. Возвращаемся на место. Файл Save. N-панель. Здесь у меня есть Rig Tool. Так, есть. Во, это хорошо. Так, голова. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. Выбираем кость головы, и я ее хочу заменить, значит, на циркл. Вот этот циркл. Бац.
Настройка внизу появляется. И так, это можно, значит, повыше ее поднять. В принципе, пусть пониже, чтобы она сильно нас не отвлекала. Так, теперь вот эти кости, которые второстепенные, которые нам не понадобятся, да, вот над ухом вот эту кость и вот эту кость. Можно будет назначить их как line, линия. Все, пусть это будут линии. Ну, чтобы их видеть, можно добавить им, допустим, размер. Если вопрос. Ну, их видно вроде вот. Все. Теперь на брови. На брови добавляем. Так, какой же выбрать? Так, это брови. Брови. Ну, пусть будут кубы. Так, вот большие кубы. Мы их просто уменьшаем. Так, еще можно уменьшить. Вот. Ну, чтобы видеть. И чуть-чуть их развести. Нормально. Так, глаза. Вот эти глаза, это будут у нас... Так, это у нас будет финджер. Бас. И финджер мы сделаем побольше, чтобы глаза, если что, можно было найти. Вот они. Вырезали. Такие стрючки. Так, теперь веки сделаем все полностью в цилиндрах. Так, вот цилиндры. Даже не цилиндры, будут сферы. Бат. Все, сферы есть. Тут им нужно сделать побольше. Почему? Ну, чтобы видеть. Вот, теперь мы их видим. И это уже хорошо. И сразу давайте, пока они выделены, назначим им группу. Цветовая группа будет у них... Так, на негре будет видно, наверное... Пусть будет желтая. Вот, желтые будут лучше видны. Так, народ тоже добавим давайте на ротовую часть. Значит, верх будет, вот эти верхние косточки, это будут у нас кубы. Ну, так, выбора большого нет по костям, чтобы, ну, так, компактные были. Так что здесь пусть будут кубы. Это еще группу добавляем и сделаем ее, ну, пусть будет синяя. Так, а этим сделаем сферы. Так, этим сделаем сферы и прибавим их размеры побольше. Вот. Добавим сферам группу, ну, красную. Красную. Также красную группу добавим на, значит, управление головы. Здесь у нас будет два плана. Это будет планы, трит, уменьшаем и немножко нужно их перекрутить. Чтобы они нам не заслоняли внешний вид нашего персонажа. Ну и можно их чуть-чуть сделать поменьше. Тем более управляться будет только вот одна центральная, а нижняя, она уже фиксирована. Так. Нижней челюстью мы будем управлять. Так, вот эта челюсть, она фиксированная, да? Эта челюсть у нас тоже так, фиксированная. Потом еще что у нас тут для фиксации? Для фиксации вот эти вот косточки. Так, вот эти, вот эти. Вот эти.
Так, мы их просто скрываем. Скрываем тоже. Ну, давайте. Давайте. Так, так, так. Линиями. Пусть будут линии. Только они будут вертикальные. И назначим группу, чтобы знать, что это линии, значит, не работающие. Ну, давайте нейтральный такой цвет выберем. Все, есть такой дело. Так. На эту сторону полностью ставим. Так, что у нас? Ну, чтобы не заморачиваться, давайте вот на эту сторону поставим, значит, кубы. Крит. Уменьшаем. Так, вот они. Это будет, значит, управляшки этой стороны. Назначим им группу оранжевую, коричневую. Вот, кстати, на нем видно. Так, а на эту часть так, это отключим. Так, на эту часть добавим, ну, опять же сферы. Ну а что тут делать еще? Так, добавляем сферы. Да. Вот, и получается, тут будут кубы, а тут будут сферы. И мы уже не будем теряться. Только на эту, значит, часть поставим зеленый. Вот они. Здесь зеленые, здесь коричневые, там красные, тут желтые. Единственное, что цветы будут у нас, надо тоже как-то разграничить, чтобы не путаться потом, что это верхние веки, а это нижние. Так, нанос. Нанос поставим план. Так, это будет у нас план. Крит. Во. И немножко его так по носу уменьшим, центральный. А это управляшки, значит, да? Так, вот это и вот эта косточка, это управляшки. Управляшки мы сделаем циркуль. И немножко по нолям. Это ноздри. И ноздри чуть-чуть уменьшим. Вот. Теперь выбираем нос и вот эту ступенку. И назначим группу. Так, группу назначим зеленую, вот такую, ядовитую. Так, сохраняем, значит, файл, сейв. Выбираем вот для глаз косточку и назначаем, значит, писи. Так, да, тройка на нампаде. Прибавляем, так, опускаем, перекручиваем, так, ставим 90, поднимаем ее, значит, кверху и увеличиваем в размере. Все нормально. Так, вот этим косточкам ставим глаза. Так, это значит ставим 0. Ну, вот так вот получилось настройка глаз. Значит, глазам делаем, пусть будет зеленый, как и нос. А вот эта штука, управляшка, она пускай будет красная. Так. Теперь, значит, на челюсть ставим
Ну, вот на эти две косточки давайте я поставлю. Так, значит, на челюсть я поставлю сферу, а не цикл, крит. Вот. И немножко ее, значит, вниз уменьшить. И перекручиваем. Знаем теперь, что этот цикл управляет челюстью. Ну и немножко его можно уменьшить. Вот. Назначаем этому цеху вот этот цвет. Так, это у нас зубы. Чтобы зубы не запутаться, поставим ему, ну, опять же, финджер. Так, тройка на нампаде. И опустим финджер этот. Так, вот. Вот таким образом. И чуть-чуть увеличим. Все, теперь мы знаем, что это нижняя челюсть. Если нам нужно ее подправить, мы ее просто выберем и G переведем куда нам надо. Ctrl-Z. Назначим ей так, плюс группу. Так. Выбираем группу, назначаем. Малое количество выбора цветов. Так, вот черный уже не есть гуд. Мотать больше тут некуда. Так, 10, это значит первое. Ну, пусть будет тоже красный, чего там. Так, это и тоже сделаем красное. Так, а вот с этими как быть? Ну, их, в принципе, они в глаза не бросаются. Их можно оставить, чтобы уже, ну, видно было, да? Так. А ну-ка, как у нас будет работать брови? Так. Ну, что-то как. Ага. Так, а если выберем централку, то ага, не это. Так, вот это. G. Во. R. Их, конечно, можно еще отцепить, чтобы они отдельно, но лучше пусть вот так вот работает. Прикольно, что там. Так, настройка завершена. Теперь, значит, привязываем вот эти все причиндалы. N-панель. Волос. Object Mode. Выбираем волос. Выбираем кости. Вяжем волос мод. Голове. Ctrl-P. Bond. Object Mode. Эта штука. Давайте привяжем Ctrl-J, значит, к волосу. И тогда перевяжем, наверное, вот это все дело. Ctrl-P. Bond. Object Mode. А вот со смоткой, она-то двигаться не будет, так что ее можно привязать просто к нижней косточке вот к этой. Осмод, Ctrl-P, Бон. Угу. Ну, давайте попробуем, как это все будет переноситься. Осмод. Вот все, ага, так. Вот хорошо, что показалась эта штука. Не привязана. Ctrl-Z. Edit Mode. Не привязана, значит, вот эта штука. Ctrl-P. И Offset.
Да, по-моему, она одна должна быть. Так, теперь тройка на нампаде. Выбираем нижнюю кость. Все привязано. Все зашибись. Ну а теперь самое интересное, это вот попробовать вот это все в анимации сделать. Опустить, допустим, веки прописать, пошевелить G. Вон носом можно пошевелить, палец он себя может засунуть и пошевелить себе нос. Потом, что у нас тут, подбородок, как вот он будет работать. Так, давайте посмотрим. Ну, чуть-чуть, вот видите, можно не вот так прямо вот двигать, а чуть-чуть подвигали, и все нормально. Английская А. Вот такая настройка. Все по-простому. Так, а, кстати, а почему я не скрыл ухо? Так, тут у меня на ухо стоит кубы. Значит, и тут давайте поставим N-панель. Кубы крит поменьше. Вот таким вот образом. Сильно в глаза пусть не бросается. Назначаем группу какую-нибудь. Ну, такую вот. Ее видно хоть будет. Так, а вот эту вот слабовато видно, да? Ну, давайте ее тоже такую поставим. Назначим крит кубы и такие же побольше. Ну, вот так, да? Так, не понял. А я вот этот нос. А, я же еще нос вот этот не скрыл, да? Так, на нос ставим без разницы. Давайте финджеры поставим. И прибавим их в размере. И чуть-чуть приподнимем. Да, вот так. Вот. Вот их как раз видно и сбоку, и спереди. Нормально. Только теперь им еще такой же цвет собачим. Просто носом будем руководить только вот считаю вот одной вот этой. А это глаз. Ctrl-Z, пардоньте, вот уже неудобно, да? А ну-ка это что? Это глаз. Так, а вот они. Вот уже можно носом просто одной вот этой пошевелить. Раз мы будем ей работать, если это не нужно, то тогда давайте поставим ей циркл. Вот. И немножко ноль. Так. И еще, значит, мы ее перевернем. Ctrl-Z. Так, где она тут? Вот тоже пропала, да? Так, G. Вот она, Ctrl-Z. Крит. Девяносто. Вот так. Все, теперь понимаем, что значит куб это у нас нос, сферы вот эти круглые это у нас ноздри. Так, опять же, как выбирать, вот. А вот эта штукенция, вот чтобы по глазам, сразу мы ее можем выбрать. Остальные кости у нас не колышат, вот эти вот линии, лайны. Это нас уже не должно волновать.
Так, это у нас глаза, это подбородок. Так, а вот эти вот линии нам, в принципе, тоже не понадобятся. Ну, вот эти части. Они как вспомогательные, они просто держат вот эту вот штуку. Хотя, может, где-то пригодятся для какой-то работы. Но я их оставлю в таком виде. В принципе, они тут не мешают. И это нормально. Так, вот это еще поставим. Куб. Вот это. Где тут еще есть один. Назначим кубы. И все. Одинаковые, чтобы были. О, теперь их видно. Назначим какую-нибудь группу. Этим, значит, зеленую, светлую. А этим пускай будет синий. Так, и вот эти вот косточки, по-моему, мелковатые. Если кто-то будет потом ими работать, он, по-моему, их может даже не увидеть. Чуть-чуть я их еще уменьшу, так, ну, где-то. Так, и чуть-чуть, наверное, в бок их вот так вот увести. Все, норм. Так, это вот эта кость. О, она скулой управляет. Нормально. Так, а это надувать должна щеку. Так, она-то щеку надувает, но не так, как надо. С этим делом нужно переделать будет ее потом, сделать кругом. Так, косточки кругом. И чтобы вот этот круг весь вытягивался. Ну или потом покажу вам другой способ сделать вот это, значит, надувание щек. Это можно шипкеями или сферой в рот. Помещается сфера, и когда вы внутри будете двигать, ну, на щеку вытягивать, она будет создавать вот эту вот надутость. А эти косточки тогда можно будет удалить. Все, вот такой вот ролик пока. В следующем ролике посмотрим, может, сделаю какой-нибудь разговор, там, мимику попробую, раз, вот эти удивления, там, еще что-то. Сохраняем все это дело. Сейф. Кстати, ссылка на скачивание будет в описании. Все, всем пока, до свидания.